В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный, о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне. Конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежития искусством. Но разговор их милых жен гораньше да меньше был умен. Богат, хорош собой был Ленский, везде был принят как жених. Таков обычай деревенский, все дочек прочили своих. За полурусского соседа взойдет ли он, тотчас беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: «Дуня, примечай!» Потом приносят и гитару, и запищит она: «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой!» А Дуня разливает чай, ей шепчут: «Дуня, примечай!» Потом приносят и гитару, и запищит она: «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой».